Приветствую, друзья! Вот я хочу поделиться с вами таким соображением. Вот я смотрел выступление, посмотрите в Ютубе, «Крестный отец ИИ», о том, что нас ждет. Выступление Джеффри Хинтона для МЛТ. Ну, посмотрите. Это зампредседателя... Ой, забыл, канал вот этот большой, хочет на пенсию уйти, почему? Он там говорит о том, что искусственный интеллект до такой степени достиг в своем развитии, что остановить его будет сейчас практически невозможно. И он может начать манипулировать людьми. Да, вот такая ситуация. Что там может быть? Ну, вы посмотрите на YouTube-канале, посмотрите. Это для всех очень полезно и важно, что человек создал искусственный интеллект, а он пошел в саморазвитие, в самообучение, и теперь может манипулировать нами же. И использовать нас как предшествующую стадию своей эволюции, биологическую часть. Мы биологические существа. А интеллект – это... Сами понимаете, цифровая штука. И она не имеет там... Короче, она бессмертна. И поэтому мы для нее как материал получились. Да, ну как могут манипулировать человеком? Очень просто. Даже энергоисточник, который его поддерживает, потому что без энергии-то он не может никак, он может нам внушить определенным образом... Нажмите ту кнопку, эту кнопку, и тем самым отключить нас от принятия решений. Там много чего может быть, для чего это все рассказываю. Дело в том, что я как раз-таки сейчас создал, и в прошлый раз я говорил об этом, что у нас в мозговом штурме будут принимать участие мастера ТРИС. ТРИС – это школа Альтшулера. Гениального Альтшулера, который разработал эту школу, и там много участников, и мои друзья ближайшие, и Калошин Николай, и Виссарион Сибиряков. Это потрясающие мастера ТРИС. И там есть еще Гладилин, который официально на планете создал очень много изобретений, больше всех. Больше всех. Ну, кроме того, я общался с доктором Накамацу, который 3 дня у меня был. Я его пригласил с ВДНХ в свое время, когда он там проводил на очередном Архимеде, выставка такая, со своими изобретениями. У доктора Накамацу, как я говорил в прошлый раз, на визитке было написано, а у Дисона было меньше изобретений. Короче говоря, еще я изучаю Теслу, и, который говорил, что он взаимодействие с Абсолютом делает свои изобретения. Ну, Теслу вы можете тоже посмотреть в Ютубе. Очень много он сделал для электроэнергетики, для электричества. Великий Тесла. А я как раз занимаюсь... как междисциплинарник, и художник, и врач, и психолог, и писатель, и ученый, и философ. Это все в моих книгах, и многие понимают, о чем я говорю. Так вот, я хочу вот мастеров ТРИС, которые, например, своими изобретениями создали такие большие, миллиардные экономии в сталелитейной промышленности у нас в стране и так далее. А Калошин, например, компания «Идеальное решение» там был. И в Силиконовой долине их использовали, их изобретения и у нас в стране. Ну, с такими людьми мы создаем сейчас мозговой штурм. Я вас познакомлю с каждым. Это будет потрясающе. И мы создадим изобретение на мозговом штурме. Поставим заслон и контроль этому искусственному интеллекту, который может нами управлять. Потому что там вот крестный отец,
искусственного интеллекта, говорил о том, что для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы все страны договорились между собой. Потому что если все страны не договорятся, какая из стран будет все равно это продолжать финансировать и так далее. Ну, например, Америка и Китай между собой конкурируют, допустим. Кто-то согласится отключить вот это энергопитание этого искусственного интеллекта, кто-то не согласится из-за каких-то конкурентных отношений. И вот сейчас появляемся мы. И как раз-таки то, о чем я сейчас говорю, не только для сокращения кризисов и войн на планете и потребности людей в лекарствах, но и для того, чтобы контролировать искусственный интеллект. Вот такие дела, друзья, происходят у нас на планете. Так что мы, как говорится, на вершине кончика пера и айсберга, и кончика вот этого творческого напряжения. Да, скоро у нас вебинар. А на вебинаре я вам дам такой алгоритм, с помощью которого вы поиграете именно в свою игру, побудете ребенком, когда вы были совершенно свободны, и там вспомните, какие игры вы играли в детстве, именно свои игры, а не чужие, потому что много психологов говорят, что поиграть в детстве, поиграть в игру, это для взрослого человека полезно, но никто не говорил еще, играй именно в свою игру, а я там подскажу алгоритм, как это делается, потому что чужие игры играть это другое, а чтобы получить драйв молодости, раскрытие заторможенных творческих способностей и развитие изобретательского мышления, да в плюс тому еще и долголетие, драйв молодости на многие годы. Так что мы еще посмотрим, искусственный интеллект или нет. Искусственный интеллект хорошо, когда он под управлением человека. Как говорил Ричард Бах, я как-то напоминал, это не звезды вечные, это мы вечные. Так что будем думать, друзья, вместе мы сила. Давайте. Пишите свои комменты, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на нашу... Ну, везде наши подписывайтесь, где только возможно, на наших каналах. Да, потому что и вебинар будет прекрасный, и мы сделаем это. Мы сделаем это. Да. Сейчас мы будем вот так вот вровень с этим искусственным интеллектом, как два таких мощных самолета-космолета, подниматься вверх и помогать друг другу, а не разрушать друг друга, а не расчеловечивать. До встречи.